Привет, друзья. В общем, я ее уговорил, чтобы она согласилась, и завтра я покажу вам. Да, она сама расскажет, как она за несколько дней самостоятельно приводила себя в порядок. И у нее с 10, с такого состояния, которое просто дальше было невозможно. После больницы там и все прочее, вот после вот этих всех вещей, да. И она расскажет сама, да, вот это удивительно будет, потому что это волшебный ключ на самом деле. Он дает возможность человеку, которому это очень нужно, достигать невозможного. Да. Вот что там раньше писали, сверхспособности там открываются, сверхспособности. Да вот они, сверхспособности. Я вам скажу, почему люди болеют и умирают. Потому что они всегда занимаются не своим делом, и поэтому очень много тратят энергию, потому что они не занимаются любимым делом, не занимают свое место под солнцем, не являются сами собой и не имеют свободного времени. Свободное время нужно. Нужно спать, высыпаться, и тогда включаются гармонизирующие эффекты, потому что когда человек все время нервничает, все время тратит энергию, все время усилием воли заставляет себя что-то делать, вот тогда у него идут расходы энергии. Да, вот именно. Меньше утомляться надо, больше заниматься любимым делом и высыпаться надо. Потому что как только выспишься, у тебя включается механизм гармонизации, восстановления. Да, ну а кто уже попал в такую ситуацию? Ну, конечно, я помогу. Ну вот завтра вы это и посмотрите. Результат. Ну, буквально за несколько дней. Причем я не сидел там все время с человеком. Она сама все это делала. Я ей просто пару раз там показал, как надо делать. И вам все время показываю на этих ликбезах бесплатных, где обмениваются его опытом. И на вебинарах. А вебинар у нас будет четверг, 20 часов. Необыкновенный будет вебинар, я вам обещаю. Ну, короче, увидите. До встречи. До завтра.